О прозрачности госзакупок и мерах по борьбе с коррупцией шла речь сегодня в Нальчике, где состоялся форум, организованный Общероссийским народным фронтом. Встреча, девиз которой «За честные закупки», собрала более 500 участников, среди них представители контролирующих органов, предприниматели, чиновники и журналисты. На сегодняшнем заседании отмечалось, что за 2 года существования проекта удалось предотвратить нецелевое использование государственных средств на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Самое главное, к чему мы призываем на этих форумах, чтобы чиновники не стояли по другую сторону баррикады, а слышали те сигналы, которые подаются активистами Народного фронта, и вместе с нами решали задачу по экономии бюджетных средств. Задача стоит не менее 5% сократить расходы, но мы считаем, что ее можно даже перевыполнить, 15%, а то может быть и 20% можно сэкономить на государственных закупках.